Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео сегодня будет у нас арена. Посмотрим еще раз героев и поговорим, скорее всего, друзья, о комментариях. Мне делают замечание, что я не всегда отвечаю на ваши комментарии. Просто YouTube, когда у меня была страница взломана, все комментарии пропали полностью. И теперь YouTube частично возвращает все комментарии. И я через 5 лет, да, друзья, отвечаю на ваши комментарии. Но зато это прикольно, через 5 лет еще раз пообщаться. Кто даже уже бросил игру, будет, надеюсь, приятно. Ну что, друзья, давайте мы вернемся в игру, посмотрим. Меня вчера не было, я вчера был очень занят. И, друзья, подарки пока у нас пока не будут. Смотрите, ничего, у меня есть рубины. Вот у меня есть 1000 рубинов. Спасибо всем, друзья, кто поддерживает мой канал. Вот обязательно 1000 рубинчиков. Благодарю еще раз. Будем использовать, скорее всего, в архипелаге. Не знаю, я хочу вообще записать трансляцию. Не знаю, посмотрим. Ну, многие играют без рубинов, но, скорее всего, тоже будет интересно посмотреть на более, например, ну сколько, 10 городов, 15, за сколько мы успеем. Если вкладывать в архипелаг постоянно рубины, то, я думаю, там будет ставка повышаться постоянно. Ну, посмотрим. Обязательно, потому что многие игроки идут вперед, им тоже хотелось бы дальше посмотреть видео. Ну, в этот раз будет такая возможность. Ну, а по поводу турнира, давайте посмотрим. У меня на трансляции что-то. Этот компьютер вообще не тянет. Слабенький. Ноутбук отстойный. Еще один компьютер взял. Вообще не тянет. Нужно покупать новый и не париться. Так, ну что, у нас получается 700. Смотрите, как набили неплохо. Вот донаты, и обратите внимание, что вот у разработчиков единственная вот какая-то непонятка. Они не доработали, что ли? Вот смотрите, даже если я играл по схеме, нормально, у меня не было никакой активности. Ну ладно, у меня замок 20 уровня. Ну и что? Нужно как-то по статистике и активировать и выкладывать. Я, между прочим, сегодня напишу, наверное, разработчикам, скину вот такой скрин и скажу им, если я не проявлял никакой активности, не набирал вот эти кубки, и у меня 63 уровень, у них 700. Если у меня банки закончились, как мне играть? Здесь, друзья, что-то не то. И схема, между прочим, нормальная. Здесь, по идее, должен быть 130 уровень. Я обязательно сегодня напишу разработчикам или администрации, скорее всего, чтобы они передали вот это, потому что это несерьезно. Если человек, например, не, ну, например, в командировку уехал и приехал вот за пару дней и хочет поиграть, а в сетку зашел уже заранее, или играл как я, и потом у него какое-то там мероприятие началось, и он бац, видит 700 уровень, и что делать? Разработчики должны это все учитывать, они не смотрят. Но смотрите, в сотку, давайте сразу сотку посмотрим. Здесь получается 41 уровень. Я никакой активности не проявляю вообще. И банок не было, я улучшал по одному уровню. Он мне так по одному уровню и выкидывал. Но потом я быстренько еще побегал по бастиону и взял 3 банки. И устанавливал по одному уровню. И он также не хочет давать. Хочет по 3. Но это завершение турнира, потому, наверное, вот такие глюки и есть. Давайте посмотрим, что у нас в 25-ке. Я все, друзья, тестирую заодно и показываю вам, как, в принципе, играть. Ну, видите, для вас это, я думаю, не проблема, потому что я не играю. А вы, я думаю, 235-й, это вообще не показатель. Я за 5 дней доходил, или не за 5, за 3 дня я доходил до 130 уровня. Но у меня было большое количество этих банок.
Я их изначально до 50 открывал. Посчитайте приблизительно по 50. Ну, там можно уже маневрировать. Хотите по одной банке, хотите по три. Это все зависит, сколько у вас рум. Ну, 235 уровень, я думаю, это реально. Под конец турнира у меня было там примерно где-то 350 уровень, если это расценивать вот тут. Видите, здесь нужно всего лишь 220. Доходил где-то до 300. Было такое. Ну, не знаю. Просто сейчас, друзья, на арене выпадают такие города серьезные, что армии-то можно разбить, но все же нужно что-нибудь полегче. И, конечно, сетка соответственно. Смотрите, моя схема вроде работает, а чтобы залезть хотя бы взять два приза, уже нет никакой эффективности. Это, друзья, не моя разработка виновата. Это разработчики переделали турниры. И я вам скажу еще, что они, разработчики, многие, может быть, не знают, но они сократили сетки, чтобы вы были в курсе. Потому у нас такие уровни и есть. Если бы разработчики оставили бы прежние сетки, то было бы нормально, эффективно работать. А сейчас непонятно. Давайте посмотрим, что у нас есть по арене. Видите, в основном такие города. Понятно, что я могу взять и напасть на него вот такую армию. Между прочим, смотрите. 5 лямов здесь, 5 здесь. Давайте попробуем. И не буду я, например, нападать с этой стороны, где пирамида. Вот он, видите, сделал уже ошибку. Он большее количество атакующих зданий поставил с этой стороны. Мне так показалось. Ну да, вот смотрите, у него башенка смерти здесь, здесь. Так, давайте ля-ля, мы еще не успеем. И смотрите, будем бурить. Нет, у него зиккурат есть один. Смотрите, пробурим здесь одну. Вот так делайте. Можете рубить здесь сразу. Или так прорубить. Давайте так прорубим. И один по-любому возле пирамиды. Давайте посмотрим, какая атака. У меня есть дополнительные войска, но как я и вам и говорю, что с допами всегда работайте тоже. Это все-таки турнир. А стандартно нам сейчас все равно невыгодно. Да, что-то он не играет, что ли, столько ресов. Ну ладно. Помните, да, нужно разбить забор. Мы запустим чуть ифритов раньше в этот раз. Пирамида все равно активируется. Если бы забор хотя бы они еще пробили. И тогда посмотрим. Так, давайте я приближу сразу. Посмотрите начало атаки. Так, ну что, пирамида пошла. Давайте посмотрим, вот коняшек. Сразу все запустим, так, без напряги. Так, давайте геройчик пошел. Так, 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 сюда. Через shift. Погнали. И запускаем всех рыцарей. Ну, город такой. Не сказать, что можно было бы там еще рубить эти стены. Здесь, может быть, даже и не сможем пройти. А ну-ка, давайте посмотрим. Ну, с той стороны нереально было бы вообще тянуть. Так, есть защитный кристалл. С этой стороны можно будет уже запускать. Да, 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 да. Смотрите, перебило все. А я понадеялся, что я его разобью. Видите, не всегда бывает, как я хочу. Не, ну уже смысла нету. 50%. Ну давай, добивай уже пирамиду. Ну и вот, друзья, 50%. Значит, был. Можно было бы, конечно, забрать у него все ресурсы. Но 50% такой армии, что-то мне надо будет попробовать переиграть. Есть же и дополнительные войны, 20 троллей. Странно, да? А я считал, что я его смогу. Ну, может быть, надо было разбить в другом месте заклинание. Здесь все зависит, друзья, от скорости ваших действий. Чуть быстрее, чуть попозже. Нужно смотреть, когда пирамида активируется, чтобы они разбили хотя бы два ряда забора, чтобы пирамида еще не активировалась. А потом запускайте быстренько всех героев. Ну, нужно разные вот варианты тестировать. Ну, была такая атака, я не парюсь, друзья. Раньше все говорили, что покажи именно стандартные атаки. Вот я вам, друзья, показываю. Бывают лучшие бои, бывают города больше реликтов, ну а в основном на вот такие уровни забора
здесь смотря куда лучше напасть, либо с этой стороны, либо с этой. Вот у меня вроде город сильный, а вот есть некоторые пробивают его. Но это скорее всего донаты. Вот меня просили, как отправлять ману. Вот, друзья, собрали ману и отправляйте дары всем, кому хотите. Это я это все, что вспоминаю, что вы пишете. Ну, друзья, вот такая вот арена. По поводу улучшений, мне, честно говоря, не нравится. Я считал, что с одной баночкой оно будет более-менее эффективно, даже давать плюс 10 уровней. Ну, такого в игре пока не происходит. Непонятно, с чем это связано. Ну что, друзья, вот такой вот коротенький был у нас видеообзор. А архипелаг у нас по-любому будет. Давайте глянем, через сколько. Еще, наверное, дней 20. Нет, 16 дней. Почти 17. Посмотрим. Не знаю, стоит ли тратить столько рубинов, но я вам чисто на опережение покажу просто города. Где-то, может быть, будут в обзоре по 6 городов. Или 6 городов, или 12 городов будет в день. Потому что YouTube не дает большое количество видео закинуть сразу. Но можно делать трансляцию, я об этом думаю. Так что посмотрим. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Друзья, пишите комментарии. Всем пока.